Итак, мои дорогие горячие мои модницы, я Алексей Лапшин, эксперт рубрики «Мода», ваш персональный имидж-консультант, актер театра и кино. С гордостью представляю главное предложение сегодняшнего дня – CTS. Цена только сегодня. Кожаная куртка Эльни за цену 3249 рублей. При оплате сразу банковской картой еще 5% скидка. В первом прямом эфире, который был ровно в 8:00 по московскому времени, вы даже не представляете, какой был ажиотаж. Я не сомневаюсь, что будет то же самое и сейчас, а может быть, результат будет даже выше, чем в первом эфире. Не терпится рассмотреть детали и подробности крупным планом на наших моделях, а я с большим удовольствием расскажу подробнее об этой куртке. Куртки Эмма. Итак, главное предложение сегодняшнего дня. Когда, как не весной, создавать самые стильные образы на базе одного из самых актуальных трендов 2023 года? Это одежда из эко-кожи. Эко-кожа – фаворит сезонов 2023-2024. Это настолько стильная, практичная и элегантная фактура, которая из года в год не теряет свои позиции на модном олимпе. Давайте с вами немного поговорим о трендах на эко-кожу и вот почему куртка Эмма, созданная по бестселлеру телеканала прошлой весны, должна стать покупкой номер один для вашего стильного гардероба. Смотрите. Кожаный бум произошел в сезоне 2023. Каждая модница выбирает эту самую востребованную фактуру для создания непревзойденных образов, чтобы чувствовать себя актуально тенденциям времени. И наша куртка не только выглядит ультрамодно, но и отличается особенным качеством, максимально имитирующим натуральную кожу, что придает образу роскошь, которую оценит каждая модница. А команда дизайнеров бренда Фредерико учли все предпочтения женщин каждого размера и создали идеальный крой для нашей куртки, которая гарантирует безупречную посадку абсолютно на каждый тип фигуры. Ваша любимая и самая комфортная куртка найдена. И это куртка Эмма. Вы выглядите стройно, привлекательно, элегантно. Стиль бизнес-вумен, стиль первой леди. Давайте разберемся с цветами. У нас 7 цветов. Первый цвет уже лидер. Фуксия. Цвет фуксию выбирает и наша модель Светлана. Следующий цвет, который сейчас появляется у нас, это не молочный цвет, это розовый цвет, я так понимаю. Это наша новинка, розовый цвет, который вот сейчас появляется впервые. И я даже не сомневаюсь, он станет таким же лидером, как и фуксия. И уже розовый цвет в спросе. Следующий цвет – сливовый, который, кстати, за первый эфир стал четвертым лидером в наших цветах. Темно-синий цвет, благородный, глубокий, элегантный, деловой темно-синий. Вот это как раз у нас идет молочный цвет, нежный, романтичный. Ох, еще один лидер. Цвет капучино. Какой он дорогой, какой он стильный. И седьмой цвет, который у нас представлен, цвет черный. Итак, мои дорогие, горячо любимые модницы, 7 цветов на выбор. 7 цветов. Главное предложение дня. Теперь осталось определить, как выбрать размер. От 48 до 62 берем размер в размер. От 48 до 62. Да, я с удовольствием пройду сейчас на подиум, чтобы сделать замеры на наших модницах. С вашего позволения, хочу попросить нашу модель Анечку. Кстати, она в жизни носит 54 размер, на ней куртка 54 размера. Света носит 50, на ней куртка 50 размера. На девушках размер в размер, поэтому мы советуем, и производитель, брать размер в размер. Но если вы любите чуть больше свободы, тогда можете смело заказать на размер побольше. А вот хорошо, по спинке стояла, прямо вот сейчас на Анечке и сделаем замеры. Роскошную укладку чуть-чуть на время уберу. Итак, по плечам. Напомню, у Ани 54 размер. По плечам 50 сантиметров ширина. Ну, сразу посмотрим длину, по спинке замерим. И мы видим, что у нас прямой крой с легким таким полуприлегающим эффектом. Длина 73-74. Анечка, боком поворачиваемся, замерим длину рукава. Хорошая, кстати, длина, смотрите, 63 сантиметра длина рукава. Теперь
очень важен обхват в зоне груди. Поэтому я Аню попрошу ручки поднять, чтобы полностью натянул. Давай. Давай мне поясочек. Вот. Смотрите, не хочет расставаться с поясом, который идет, кстати, в комплекте. Можете использовать, можете не использовать. Почему я прошу Аню поднять руки? Чтобы было полное натяжение в зоне груди. Итак, смотрите. 114 сантиметров. Это в 54-м размере. Но за счет эластичности кожи, я вам сейчас еще обязательно продемонстрирую, насколько эластичная кожа и практичная, можно не бояться чуть-чуть набрать вес или постройнеть. Она подстроится под ваш тип фигуры. Пояс отдаю. Как же мне нравится, прорисовывается фигурка. Сейчас пойдем, собственно, показывать, насколько практичная кожа. Насколько она реалистичная, это просто вопросов не возникает. Итак, мои дорогие, горячо любимые модницы, вот я хочу очень потянуть у себя в руках и показать, посмотрите, насколько эластичная эта эко-кожа. Вы видите, как она тянется. Причем, помимо ее реалистичности, она еще и практичная. Ее, кстати, можно стирать на деликатном режиме при 30 градусах. Вот здесь у меня есть такая заготовочка, копеечка. Посмотрите, специально приготовили. Для чего? Чтобы показать, что эта эко-кожа еще и антивандальная. Я специально царапаю, специально стараюсь повредить материал, но ничего, ни одной царапины. Вы видите, какое это качество. Это та самая куртка, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе для делового, праздничного, повседневного образа. Позвольте расскажу вам про бренд. Бренд Фредерико, вдохновленный итальянским темпераментом, выбор практичных и комфортных фактур, последних трендов сезона и соответствующих качествам. Бренд создан для женщин, которые любят себя, не боятся одеваться красиво, ярко и считают, что на себя всегда должно оставаться время. Ее наряды замечают окружающие и делают комплименты. Выбирая Фредерико, вы делаете вклад во множество сезонов. Брендовые вещи видно издалека. И у нас уже есть отзыв. Алиса Валентиновна из города Оренбург заказывала в прошлом году себе куртку из эко-кожи. Качество превосходное, не отличается от натуральной, комфортное и легкое. Закажу на весну еще одну. Хочу яркого оттенка, чтобы поднимало настроение. Итак, цена только сегодня на наше главное предложение дня. Куртка Эмма. 3249 рублей.